Монолитные работы на строительной площадке пристройки к Одинцовской гимназии номер 14 подходят к концу. На данный момент на объекте уже залита стяжка и произведено оштукатуривание стен. В рамках исполнения наказов народной программы и проекта «Единой России. Новая школа» депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с местными депутатами и молодогвардейцами проверил ход строительства нового корпуса. И двигаемся максимальными темпами. Обратите внимание, закуплена масса материала, чтобы не делать никаких простоев насчет материала. Все заранее закупается. Идет кровельные работы, параллельно монолитные работы. Сейчас в 14-й гимназии строители особое внимание уделяют внутренней отделке и проводке необходимой электрики. Также парламентарий проинспектировал ход строительных работ во втором корпусе коррекционной школы «Надежда», который будет располагаться на территории средней школы номер 8 и соединяться с основным зданием галереи. Если по первой школе, которую мы посмотрели, она, в общем-то, идет хорошим темпом, и есть надежда, что мы успеем, и школа примет учеников 1 сентября, то по школе для детей с ограниченными возможностями, конечно же, вызывает много вопросов. Сроки проведения работ, их темп, график. При этом все работы находятся на депутатском контроле. Образовательные учреждения должны открыться к 1 сентября. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».